Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. С вами Черный Металл, игра Фрагмент. Игра, которая в Steam, кстати говоря, очень по плохим отзывам. Отзывы я почитал, отзывы, честно говоря, так, до одного места. Что ж, солнечный свет нормально идет. Деревья здесь красивые, погода есть. Я уже пока тестил ее, проверял. Я вам покажу просто немного. Животинку сейчас найду какую-нибудь. Животные здесь более-менее тоже красивые. Но они, блин, злобные. Не подходи, убьет, называется. Много очень видов крафта. Это, друзья мои, не все здесь. 15 видов крафта, если я понял. На каждом уровне вам открываются какие-нибудь дополнительные вещи. Можете посмотреть сама. Турель Тесла. Внедорожник. Банально. Топор заряжен, электрический что ли. Горящий меч. Гранатомет, огнемет, винтовка. Наниты. Стальная пика, азотные удобрения. Здесь даже можно делать себе участок сельского хозяйства. В общем, короче, жесть. Вот, банально, друзья мои. Так, темно измененные пока, травяной чай, сильный адреналин, острый стейк, ухавчик, конечно же. Так, огненная ловушка, ловушка Тесла. Вот ткань, ну это одежда. Здесь, друзья мои, все, насколько я понял, каждого вида по 15 разных подуровней. Ну, короче, прокачиваешь до 15, в общем-то, и здравствуйте, приехали. Последний тир. Вот, правда, я вот мир создавал вот экспериментальный. Набираете разные камушки, разные прибамбасы. Ничего такого сложного, супер, друзья мои, здесь нету. Игра довольно-таки по крафту напоминает даже, ну, любую Seven Days. По пейзажам своим, вот этим монстрикам, скорее всего, напоминает Арк. Блин, животинка довольно-таки красиво тоже выглядит, но показать как-то вам побольше я вряд ли смогу. Она зараза злобная, я аж уровень до максимальной сложности как-то пиндюрю, почему бы и нет. Я же любитель острых ощущений. Дождик здесь, кстати, красиво был, шел. Но я, к сожалению, не успел записать. Игра довольно-таки специфически записывается. У меня это единственная игра вообще в моей истории, которая записывается в окне. Да, она, друзья мои, в окне записывается. Это, честно говоря, немного меня ошарашило. Вот разные биомы есть даже. Вот он. Почва. Детализация неплохая. Спорить не могу. Ну-ка, давай посмотрим новый биомчик. Ну да, здесь нельзя землю копать. В общем-то, знаете, такой вот, если сейчас даже вот сравнить, графика вот нынешнего Seven Days, он там, видишь, что-то бегает. Давай посмотрим, оно нас, надеюсь, не сожрет быстро, по крайней мере. Привет, красавец. О, смотри, какой красивенький. Когтистый. Они, кстати, нападают как-то непонятно. А это у нас что такое? Ой, бля. Ой. И ты такую хрень увидишь, обосрешься. Ай! Ох, ни хрена их тут. Ой. Ну ладно, друзья. В общем, я вам показал. Сами можете судить. Такой, знаете, маленький мини-первый взгляд. Ну, как первый. У меня уже второй. О, дождик пошел. Ой. Спасибо, что хоть ты есть. Вот, видите, вот дождик такой идет. Не скажу, что дождь плохой. Воду вы видели уже. Я вам пока... А, сейчас покажу. Все найду, правда. Здесь водичка есть. Она тоже неплохо сделана. Можно даже под воду нырять. Ну, там вроде что-то плавало. Я как-то не стал нырять. Как-то опасно было. По поводу обзоров в Стиме. Слушайте, я так посмотрел, там никакого толком обзоров нет. Так просто палец вниз ставили и писали, что игра давно. Ну, не, знаете, когда читаете какие-то комментарии, надо хотя бы там писать, почему. Вот я вот плохих сторон в игре не вижу. Запускается она немножко долго, первый раз.
Да, я согласен, мир там создается. Карта довольно-таки большая, я вам скажу сразу. Так как мне ее только правильно посмотреть бы. Не знаю, как посмотреть это полностью. Так. Ctrl плюс M. Маркеры. Добавить. Принять. Ну. Ха, непонятно. Ну, карта, друзья мои, да, тут довольно-таки большая. О, вроде могу. Нет, не могу я ничего с ней делать. Вот, блин, тяжело как-то определиться. Строительство здесь есть, кстати, довольно-таки интересного вида. Неплохое. Блин, вот тут я не найду в пустыне, да? Ё-моё. Да ёшкин ты кот, чё ж вы ко мне так прицепились-то? Ну, как говорится, захотел сложный уровень, вот, получите, распишитесь, да? Связался? Связался. Карта здесь статичная, насколько я понял, она постоянно не регенится. Как меня так убили быстро? А, вот там водичка есть, давай-ка. Попробуем заценить. Это у нас получается где? Ага. А что, деревья красивые, раз. Вроде графика нормальная, до хрена возможностей. Тут построек есть. Вот вода. Здесь ничего не плавает. Давай отдышивайся ты, господи, блин, куряга несчастный. Вот, друзья, вот такой вот первый взгляд на игру. Не скажу, что так уж все плохо. Приятное музыкальное сопровождение. Я говорю, она очень мало жрет. Да ё-моё. Минусов я в ней не заметил. Минусы, возможно, будут у вас в сетевой игре, как правило. Но меня игра по сети не волнует. Я смотрю общую эту игру. Так, ну, кстати говоря. Дай-ка я посмотрю, тут по сетевой игре много. Играть онлайн. Да, сервера есть. 0.40, 0.40, 0.40. 4 сервера найдено. Casual, Normal. Pink. Недавно играемые версия. Имя. Вот из-за обзоров, как говорится, которые там в Steam на них напендюрили, я не знаю. Там обзоры, друзья мои, честно, ну, они до одного места. Ну, сейчас давайте даже несколько зачитаю. Чтобы поняли, что такое. С наступившим Новым годом всех. Надеюсь, вы его провели хорошо. Я так немного по гостям сходил туда-сюда. И свалил домой. Еда есть, все, есть дома, так что мне как-то не очень интересно. Угу. Не соответствует заявлениям, как и большинство положительных отзывов. У игры сейчас смешанные отзывы. Давай смотрим. О, не рекомендую. Эта игра просто кусок кое-чего. Все. Это не комментарий. Такую помойку я еще не играл. Возврат средств. Идите на болт с такой игрой. Не соответствует действительности. Какой черту бабушке действительности? Надежды были большие, но игра заброшена. Очень-очень плохо. Не знаю, чем она заброшена. Игра идет полностью функциональна. Разработчики. Разработчикам покупается движок за $60. Лепится мир за пару часов. Еще пару недель на отрисовку. 10-15 мобов и готово.
В итоге пусто, уныло, скучно, забаговано, неиграбельно. Я вам показал здесь, как тут скучно, пусто и уныло, друзья мои. Сами можете посудить. То, что там мало мобов будет количество. Ну, этот обзор был сделан еще в 2019 году, недавно. А, ну, наверное, он когда... А, они, скорее всего, заходили, друзья мои... О, блин. Я понял, короче. Пусть грузится. Я могу предположить, друзья мои, что они заходили на эти онлайн-сервера. Ну, на онлайн-сервера там даже 7 Days. Пусто и скучно, это я вам сразу скажу. Потому что там количество мобов, оно не появляется сразу, оно появляется постепенно, особенно там игрок находится в какой-то определенной локации, поставляется определенное количество, как в любой игре. Даже в Urm Unlimited у меня есть, посмотрите, пожалуйста, что у меня там творится, на серверах вы такое хрен не встретите. Ай, называют альфа-версии, ведь многие из игр в статусе играбельны. Ну почему? Игра играбельна, можно строить. Можно мне развиваться и продолжать, как говорится, играть. Вон, я тоже площадку построил, кому интересно. Так, чисто по приколу, надо прокачаться будет. Прокачиваться надо создать нового персонажа и поставить, чтобы уровень побыстрее качался. А тут довольно-таки медленно это все. Я на нормале, получается, качался. И тяжко-тяжко. Вот такая вот игра, друзья. Можете судить сами. Очень много крафта. Раз. Разных возможностей. Можно мир поисследовать. Посмотреть, что тут есть, чего тут нету. Честно говоря, полностью всех возможностей этого мира я не знаю. Но, судя по тому, что я видел, он довольно-таки большой. То есть, возможно, здесь даже какие-нибудь данжи есть. Я еще даже не в курсе. Ладненько, друзья. Еще раз наступившим всем к Новым годом. Всем удачи. Всем пока. Что вы думаете об этой игре? Пишите комментарии. Ну, надеюсь, разработчик-то ее не забросил. Будет продолжать ее делать. Ну... Ай, конечно, дураков, к сожалению, хватает, друзья мои, которые хотят от игры фиг пойми чего, сами не знают. Сейчас многие проекты, которые в начале, есть так называемые говнопроекты, которые почему-то выходят в свет. Есть нормальные проекты с нормальными идеями и задумками, которые в свет выйти не могут, потому что люди почему-то хотят сразу всего. Давайте вспомним, с чего начиналось 7 Days. Factoria, Rim World. Я эти игры же заставал в самом начале, смотрел, что это такое. Тогда они были неиграбельны. Сейчас они, ну, по сути, популярные игры. Довольно-таки интересно сделаны. Доработаны. А ведь разработчика обижает. Ну да, кстати говоря, к сожалению, тоже есть много фейковых разработчиков, которые там предлагают всякую ерунду за копейки. Но если вы, друзья мои, такие умные и можете, как вот писали в комментариях, сделать там буквально за месяц, за два игру... Ну, пожалуйста, прошу, сделайте игру. Вот она у меня ни разу не вылетела. Я ее сегодня тестировал. Ну, сколько? Сейчас уже тестирую точно. Даже больше. Побегал там, побегал сям. Вполне. Можно поиграть. Можно с другом создать свой сервер, поиграть по сети. Построить что-нибудь, повоевать. Ну, посмотрим. У меня как будто время, я попытаюсь, конечно, в нее порубаться. Поизучать ее поподробнее. Но игрушка хорошая. Не вижу никаких претензий к ней. Всем удачи еще раз, друзья. Всем пока и с наступившим Новым годом.